Всем салют! Встречаем июль вместе со мной и прогнозом погоды на первые выходные месяца. В субботу 3 июля ожидается переменная облачность. Днем плюс 28, ночью плюс 18 градусов. В воскресенье 4 июля переменная облачность. Все те же 28 градусов днем и плюс 18 ночью. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнал весь Воронеж? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Воронеж» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте, и узнавай подробности.